Некоторые автовладельцы смогут забыть о долгах за транспортный налог. И не только за него. Более 150 миллиардов рублей недоимок по налоговым выплатам простят физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям по всей стране, в том числе жителям нашего региона. Такое распоряжение озвучил Владимир Путин. В категорию счастливчиков попадут те, кто имели долги по налогам на недвижимость, земельные участки и транспортные средства. Очень важный нюанс. Это касается недоимок, которые зафиксированы по состоянию на 1 января 2015 года. Что же касается конкретной Иркутской области. На эту дату зарегистрирована задолженность более 2 миллиардов рублей. Из них 1 миллиард 300 миллионов по налогу на транспорт. Но, как сообщили нам в Управлении Федеральной налоговой службы по региону, радоваться раньше времени не плательщикам не стоит. Долги будут списываться выборочно. Однако, как именно это будет происходить, пока непонятно, так как закон еще не вышел. Поэтому от официальных комментариев представители налоговой воздерживаются.